смотрите коллекцию Annabelle Arto на ID Fashion. Это такая украиночка, настойчиво идет, развивается. На сегодняшний день она уже космополитка. И ну, Украина — это сердце этой компании. А также мы уже представлены в Европе, в Америке. Ну и надеемся, что это не предел наших горизонтов. На сегодняшний день компания Annabelle Arto производит белье, купальники, колготки, трикотаж. Трикотаж для женщин, мужчин, деток всех возрастов. На сегодняшний день у Annabelle Arto есть целое дизайн-бюро, есть главный дизайнер Настёна Бондаренко и целая команда ее помощничков, феечек, которые творят всю эту красоту у себя в красивом офисе, в главном офисе в Харькове. Наша самая такая яркая коллаборация с украинской художницей Гапчинской. Результатом этого сотрудничества стали пижамки. Вы увидели коллекцию «Весна-лето», а все благодаря Annabelle Arto и Гапчинской. Я креативный директор, наверное, всех фото и видео визуализации, которые есть у Annabelle Arto. То есть девочки, феечки, дизайнеры создают вот макеты, модели, и они передают мне вот то девственное еще, что никто не видел, и я это фотографирую, снимаю видео для того, чтобы женщина увидела, как это можно носить, возможно, узнала о каких-то образах себя. То есть я создаю тот образ, который окружает вот все это белье, которое создают главные дизайнеры. Annabelle Arto, она женственная. Это та женщина, на которой хочется жениться, которая вдохновляет. И при этом она сексуальная. Я знаю точно, что Annabelle Arto – это подарок каждого дня. Как в прямом смысле подарок, который можно сделать, но и в переносном ты одеваешь вот свою первую одежду, и ты уже делаешь себе маленький подарок, потому что Annabelle Arto – это всегда немножечко праздник. Annabelle Arto специально для ID Fashion.